Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередную лекцию. Тема сегодняшней лекции – как создать профсоюзную организацию. Значит, если вы будете читать, скажем, закон о профсоюзах, то ответа на этот вопрос там нет. Там говорится о том, что имеет право граждане объединения, имеет право создавать профсоюзные организации или профсоюзы, потом объединение профсоюзов и до самого верха. А вот как создавать профсоюзную организацию, речи об этом в законе нет. Далее, как регистрировать, об этом тоже речи в законе нет. То есть, предполагается, что есть регистрирующий орган, вот тот орган, который регистрирует на сегодняшний день юридические лица, может их и регистрировать. Но в законе очень четко и ясно сказано, что профсоюзная организация не обязана регистрироваться. Совсем не обязательно ее регистрировать. И люди, которые знают, что такое регистрация, наверное, представляют собой, что это такая большая нагрузка на вновь созданную, недавно родившуюся профсоюзную организацию, что она после такого процесса, после такой процедуры регистрации, она, возможно, и распадется. Почему? Потому что зарегистрировать – это значит оформить юридическое лицо. Это значит, надо открыть счет в банке. Раз. Во-вторых, как только вы открыли счет в банке и зарегистрировали, налоговой инспекции или регистрационной палате в разное время по-разному меняются органы, которые регистрируют профсоюзы. Как только это сделано, вам необходимо ввести в бухгалтерию. Каждое юридическое лицо обязательно должно иметь бухгалтера. Бухгалтер может быть и на общественных началах. Работа эта бухгалтерская по составлению отчетов по тем финансам, которых профсоюза в общем-то и нет, они сводятся к тому, что уплачиваются профсоюзные взносы, причем в тех размерах, которые устанавливает сама профсоюзная организация. Это, так сказать, отчеты сами по себе не уменьшают, потому что стоят там миллионы или нули, отчеты также надо сдавать, сроки все выполнять. Более того, значит, современные налоговые инспекции установили такой порядок, что вся отчетность должна идти по защищенным средствам информации, то есть по защищенным таким кабелям, электронным ресурсам. Ну, а это что означает на практике? Это означает на практике, что вам надо заключать уже не с налоговой инспекцией, а те, кто по поручению налоговой инспекции или по договоренности с налоговой инспекцией выполняет эту функцию технического обслуживания. То есть платить большие деньги, и эти деньги надо каждый год возобновлять, потому что это не то, что вам установили, а, дескать, вот вам за ключ, вот вам за проверку, за перепроверку, за переоформление, за переоформление, да, вот, и так далее и тому подобное. И на только родившуюся профсоюзную организацию ложится сразу большая нагрузка, не связанная вообще с тем делом, которым должна заниматься профсоюзная организация. Поэтому первое, что я бы посоветовал тем, кто собирается создавать профсоюзную организацию, это ее не регистрировать. Потому что когда она будет большая, и там будет большой объем членских взносов, тогда это будет, может быть, подъемно. Но и тогда возникают вот такие необыкновенные проблемы, которые связаны с тем, что люди, которые получают большие финансы, или люди, которые начинают оплачиваться из взносов членов профсоюза, начинают отрываться от членов профсоюза, и у них уже задачи другие. Если, скажем, вы члены профсоюза, а я ваш председатель, и я освобожденный председатель, значит, вы можете, так сказать, в случае ваших конфликтов с администрацией, с представителями работодателя, понести некоторый ущерб, а я вроде как от работодателя вообще не завишу, потому что я тогда, если я председатель, содержусь за счет организации, за счет тех работников, которые уплачивают членские взносы.
Во-первых, тогда надо заниматься этим сбором этих членских взносов, чтобы было побольше. А во-вторых, если никаких идейных особенных мотивов у председателя профсоюзной организации нет, а профсоюз – это не организация единомышленников. Ниоткуда не следует, что члены профсоюза имеют одинаковые там, политические, экономические и другие представления или воззрения. Поэтому кто-то считает, что надо обществу служить, кто-то считает, что общество должно мне служить, что я удачник, а они, значит, если у вас не получается что-то, деньги получить, вы не удачница, я удачник, вот, а вы не успешный, а я успешный и так далее. То есть, если мы исходим из того, что в профсоюзы идут, в общем, рядовые трудящиеся, скажите, пожалуйста, какая идеология у рядовых трудящихся в буржуазном обществе? Пролетарская или буржуазная? Буржуазная. Буржуазная, конечно. Поэтому, значит, человек заступил на пост, он председатель, он раньше дружно боролся вместе со своими товарищами за повышение зарплаты, а теперь он должен думать о повышении своей зарплаты по-прежнему. И он это может сделать без повышения зарплаты своих товарищей. Ему может предложить премию руководитель предприятия, содействие оказать и так далее. Очень многие руководители профсоюзных организаций содержатся вообще за счет работодателя. То есть работодателям выплачивают зарплату. Но если работодатель выплачивает зарплату, какая гарантия, что этот руководитель будет действовать в интересах работников? То есть тут возникают очень большие проблемы, и их очень трудно разрешить. И поэтому, если мы посмотрим в целом на профсоюзное движение России, то можно сказать, что хотя оно создавалось и в принципе создается для борьбы за интересы работников, но идеология тех, кто возглавляет это профсоюзное движение, это идеология правящего буржуазного класса. И поэтому так получается, что вот продвигаясь наверх, руководители профсоюзного движения продвигаются все ближе и ближе к источнику этой самой буржуазной идеологии и все больше и больше отрываться могут от трудящихся. И не так много в профсоюзной среде людей, среди руководителей, которые твердо и последовательно защищают интересы именно работников. Так сказать, так называемые измены профсоюзных работников часто очень бывает. Вот самый яркий пример – вот гражданин Исаев. Он является заместителем председателя Федерации профсоюзов России, Андрей Исаев. В то же время он является заместителем руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе. И именно он в Государственной Думе выступал с докладом о вот этой самой пенсионной реформе, которая однозначно оценена трудящимися как антинародная, направленная против тех, кто трудится, против трудящихся. Она не направлена только против тех, кто уже на пенсии. Вот тех, кто уже на пенсии, вроде она их не дает. А те, кто еще не на пенсии, это все товарищи, которые подпадают под ее действие. А действие состоит в том, что нужно будет еще 5 лет проработать, чтобы получить пенсию и мужчинам, и женщинам. И вот если считать, что у нас 14 тысяч средняя пенсия, умножайте на 12 месяцев и на 5 лет, 12 на 5 – 60, 14 умножаем на 60, что получаем? 840 тысяч рублей. В одночасье по зову и по предложению товарища Исаева, который выступал от профсоюзов у будущих пенсионеров, а ныне трудящихся или даже будущих трудящихся, это относится и к тем, кто здесь сидит, потому что они закончат свое обучение и приступят к труду, вот они за это время, значит, за то время, которое установлено, за 5 месяцев потеряют, вот, не говорю уже, да? За 5 лет он потеряет ту сумму, о которой я говорил, но дело-то не в этой сумме, а дело в том, что они потеряют здоровье и потеряют те жизненные условия, которые необходимы для здоровой продолжительной жизни. То есть так получилось, что данная реформа направлена против жизни трудящихся,
Но сейчас я говорю не об этом, я сейчас говорю о том, что вот в Думе выступал и, так сказать, продвигал именно эту реформу Андрей Исаев, как заместитель председателя ФНПР. Поэтому, скажем, отдельные выступления Михаила Шмакова, частные, можно сказать, выступления, а не в Думе, о том, что мы против, они такие жалкие, тихие, и поэтому мы видим, что, скажем, никаких-то мощных выступлений трудящихся против нет. А почему? А потому что организации трудящихся, которые могут провести такие мощные выступления, они в данном случае опутаны уже совсем другой идеями, другими интересами. Вот поэтому вопрос у нас стоит не о вообще профсоюзном движении, и не вообще о профсоюзах, и не вообще об объединениях профсоюзов, когда уже некоторые профсоюзы с другими профсоюзами образуют некий блок, а о создании профсоюзной организации, прежде всего, первичной. Хочу обратить ваше внимание, что именно первичная организация имеет самые большие права, согласно российскому законодательству. То есть именно первичная организация вступает в отношения с работодателем, и она, если она представляет более половины работников, она имеет все необходимые права для того, чтобы проводить коллективные переговоры, не собирая даже конференцию или собрание работников, поскольку в ней больше половины, то, значит, ну, при желании она может собрать эту половину и больше, и принять решение. Поэтому и законодатель понимает, что ну, пусть тогда и без этого собрания прямо и, хотя они формулируют, что они требуют. И переговоры, и коллективные трудовые споры, что нас особенно интересует, потому что коллективные трудовые споры – это так обозначено в современном законодательстве организация забастовок по закону. Никакие это не споры, это самые настоящие конфликты, это обострившиеся противоречия, причем обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Ну и вот все права здесь у первичной профсоюзной организации. И то, что можно рассматривать как слабость профсоюзов, то, что они слабо управляются, плохо координируются, нет у них единства, в данном случае дает некоторые плюсы. Плюсы в каком смысле? Ну вот если на каком-то предприятии создалась профсоюзная организация, толковая, во главе стоят энергичные люди, защищающие интересы работников, то она будет хорошим защитником работников этого предприятия. Несмотря на то, что на других предприятиях или в целом в профсоюзе дело обстоит совсем не так. То есть никакого там какого-то сильного централизма, что вот, так сказать, верхи там принимают решения, и профсоюзная организация начинает выполнять, в общем-то, и нет. Профсоюзные организации, именно потому что они школа коммунизма, школа, ну какой-то, какая может быть дисциплина, особенная в школе, когда все только еще только учатся и начинают. Поэтому какие меры могут предпринять руководители профсоюзных организаций против тех членов профсоюза, которые по-своему решают вопрос о том, за что бороться, как защищаться, какие требования выдвигать. Да никаких они особенных мер предпринять не могут, потому что, скажем, ну кто может, допустим, исключить из профсоюза? Только профсоюзная организация же, а она не исключит. Вот и все. Поэтому на самом деле фокус нашего вот рассмотрения, научного рассмотрения и учебного рассмотрения вопроса разрешения коллективных трудовых споров, фокус должен быть помещен прежде всего вот на этот объект, на первичную профсоюзную организацию. Это работники, которые объединились для совместных действий. В разных странах по-разному можно оценивать величину процент работников, которые соединились для совместных действий. Самый низкий процент, наверное, в Соединенных Штатах Америки, там около 30, меньше 30%. А так вот в разных странах и 50, и 60, и 70% работников объединяются. Почему? Потому что это естественный ход событий, когда работники одной и той же профессии, имея одно и то же положение, имея, следовательно, одни и те же экономические интересы, соединяют усилия для решения именно этого вопроса, как улучшить положение работников этой профессии.
Они во всем остальном могут расходиться. У них могут быть разные взгляды и на политику, и на идеологию, и на устройство государства, и на историю нашей страны, и на перспективы будущего. Но они все заинтересованы в том, чтобы улучшить условия труда и в том, чтобы повысить реальное содержание заработной платы. Поэтому, вот скажем, и такие люди, как Ленин, который, так сказать, считается лидерами большевиков, коммунистов, они, тем не менее, писали о том, что вот формула настоящего коммунизма, и вот Ленин в «Великом почине» это писал, отличается от пышного, ухищренного, фразерства Каутского, меньшевиков с их милыми братцами и из Берна, именно тем, что они сводят все к условиям труда. Поменьше болтовни о свободе, равенстве, братстве и народовластии. И обращает внимание на то, что коммунизм сводится к сокращению рабочего дня. В этом смысле. Не коммунизм, который состоит в лозунгах, в транспарантах или в каких-то, так сказать, посиделках, провозглашении речей, а состоит в том, что общее дело состоит в том, чтобы улучшить положение трудящихся. Вот как обстоит дело. Итак, встает тогда вопрос, а как создать профсоюзную организацию? Тут есть два варианта. У вас есть уже профсоюзная организация, она не работает просто, не выполняет свои функции. Что нужно делать в этом случае? В этом случае надо попробовать ее оживить. Что, как ее оживить? Прежде всего, нужно просто переизбрать руководство. Ну как вот вы будете переизбирать руководство, если вы дождетесь профсоюзного собрания, и тогда на нем встанете и предложите переизбрать руководство. И за вас проголосуют 3 человека. И ничего из этого не выйдет. Или вы окажетесь в такой ситуации, что настолько уже разложилось руководство этой профсоюзной организации, что уже все забыли, кто председатель, и сам председатель забыл, что он председатель. Но если вы будете выступать за то, чтобы его снять, он будет сопротивляться. Поэтому вполне возможно, что не будет вообще такого собрания. Не будет. А раз не будет такого собрания, то вы не переизберете. Поэтому здесь вот позиция ожидания, кто-то придет и что-то сделает, она проигрышная. То есть в этом случае что обычно делается, если требуется переизбрать руководство профсоюзной организации, избрать живых, инициативных таких, которые будут действительно защищать интересы работников и не будут бояться идти на известное противодействие администрации, ее попытки ухудшить положение работников, которые действительно будут выполнять функции защиты, ну и которые понимают, что эту функцию можно только коллективно выполнять, потому что в одиночку вообще никто, ни один трудящийся противостоять работодателю не может, потому что работодатель миллионер или миллиардер, а рабочий один может быть уволен. Ну поэтому все действия должны быть коллективными, а не индивидуальными. А что касается индивидуальных конфликтов, насчет индивидуальных конфликтов нет даже и никаких норм, которые их регулируют. Просто вам скажут, если вам, так сказать, что-то такое сделали нехорошее, обращайтесь в суд, и все. А в суд – это орган какого класса в буржуазном обществе? Орган класса буржуазии. Орган класса буржуазии тщательно следит за тем, чтобы отдельные капиталисты общие правила, установленные классом капиталистов, не нарушали. Поэтому, чтобы они зря, так сказать, народ не злили, чтобы они зря, не, так сказать, кого попало, не увольняли. Поэтому очень часто восстанавливаются работники после обращения в суд. Очень часто в суде решаются позитивно эти вопросы. Ну, далеко не всегда, конечно. Но это, так сказать, как вы знаете, суд – это есть большая волокита. Прежде чем человека восстановят, он, может быть, будет месяцами находиться без зарплаты и без работы, как бы на улице, и как хочешь, так и живи. А потом справедливость восторжествует, но он уже, как говорится, без еды и питья, так сказать, расстался с этим миром. Поэтому к отсюда дело, это дело долгое, вот, и, так сказать, никаких гарантий не дает. При этом могут быть привлечены очень большие силы. Вот мне приходилось выступать в защиту одного нашего товарища, которого увольняли из политехнического университета. Значит, я привлек еще профессора Казенова, полковника милиции Гавшина. Мы выиграли в районном суде, и мы должны были выплатить значительную сумму средств, так сказать, в качестве
того, что ему не выплатили как зарплату, и известную сумму компенсации. Пришли в городской суд, а городской суд был уже настроен на то, что а теперь уже не будет конкурсов. Если раньше уволить нашего вот работника вуза можно было только через конкурс, ну вот на конкурсе проголосовали люди против, и вот, дескать, он недостоин, и он увольняется. А теперь просто может конкурса не допустить, и все. То есть закончился ваш срок, а сроки стали, если раньше были сроки 5 лет, вот для нашего брата, то сейчас, если 3 года, это очень большой срок считается. А то мы тут одно время и на годовых были, только ты переизбрался, а надо пройти совет один факультетский или институтский, потом совет другой университетский, а тут уже вроде кончается и трудовой договор, и начинай все сначала и так далее. Вот. А, следовательно, речь должна идти о коллективной защите своих. Для этого создается профсоюз. Не для того, чтобы кто-то один, допустим, председатель профсоюза, сражался как рыцарь или как Илья Муромец, как какой-нибудь богатырь за, так сказать, интересы всех остальных, а они будут смотреть. Если ему не удалось, значит, ну, не удалось. Ну и каким образом можно переизбрать в таком случае председателя? Надо, значит, готовить самим собрание. А чтобы готовить собрание, надо убедить людей, что надо провести такое собрание для того, чтобы переизбрать руководство. То есть это большая агитационно-пропагандистская работа, которую люди должны проводить сколько потребуется. Может, месяц, может, два, может, три. Кто знает, как быстрее, пусть расскажет. Потому что, во-первых, вы не так часто встречаетесь. Встречаются рабочие очень часто иногда, там, где они в раздевалке переодеваются в рабочую одежду или, наоборот, одеваются для того, чтобы после смены, и когда у них уже голова гудит, и когда им очень трудно что-то воспринимать. Ну, и в обеденный перерыв. Вот обеденный перерыв – это святое время, которое принадлежит работнику. Это свободное время. То есть не может диктовать работодатель, чем человеку заниматься в свободное время. В свободное время можно проводить любые собрания, обсуждения, дискуссии, что хотите. То есть в свободное время, вот в обеденный перерыв, надо их использовать для того, чтобы убедить своих товарищей в необходимости не вообще перемен, потому что перемены могут быть и к худшему, а перемен позитивных, связанных с тем, что надо избрать такого человека, который по мнению трудящихся, по мнению работников, будет организовывать коллективную борьбу. Не сам будет бегать только, а будет организовывать коллективную борьбу за интересы работы. Очень часто избирают как раз именно тех, кто этой инициативной группой возглавлял, кто эту работу проводил. И они тем самым, так сказать, общаясь с каждым работником, общаясь со всеми членами своего коллектива, они постепенно приобретают свой интерес, пока связанный авторитет, который связан сначала с тем, что они его хорошо знают, видят его твердые намерения, видят, что он, так сказать, не трусит, что он не думает о каких-то льготах для самого себя. Вот. И только тогда, когда вы уже имеете определенную атмосферу, которые подготовлены соответствующей пропагандой и агитацией, только тогда можно назначать, собственно, само собрание. Если собрание будет проведено и будет избрано новое руководство, скажем, новое бюро профсоюзное и, соответственно, новые председатели и заместители председателя, тем самым, так сказать, работа может пойти по-другому. Вот работа будет по-другому, и это не касается вопроса о регистрации. При этом это то же самое может касаться и зарегистрированных организаций. Они 100 раз зарегистрированы, это ничего не меняет. Они, зарегистрированные организации, могут ничего не делать. Ну как, например, сколько, как вы думаете, сколько у нас партий зарегистрировано сейчас политических? Ну примерно. 80. Ну зарегистрировано 80, то к выборам было допущено 61. 61 партия. А на слуху сколько партий? Раз, два, три, четыре, пять. И все. То есть все остальное представляет собой, ну, такое политическое выражение суммы денег, которая направлена на оформление документов для регистрации. То есть надо провести
Съезд, чтобы провести съезд, надо, значит, иметь большую сумму денег, чтобы снять зал, чтобы люди приехали со всех краев, потому что надо, чтобы на съезде присутствовало более половины представителей из субъектов, различных субъектов, раз. А это деньги, причем на железную дорогу или на самолеты. Это же Россия. Это не Бельгия или Голландия, где там можно сразу... Организация, которая в Бельгии, Голландии, Люксембурге и во Франции действует, и никаких границ нет. А это, сказать, огромные затраты, которые вкладывают люди, чтобы создать эту партию. Далее, значит, надо подготовить регистрацию в регионах, потому что регистрация, скажем, политических партий двуступенчатая. Сначала регистрируется партия. Если вот есть съезд, на съезде присутствует представитель регистрирующего органа, он следит за соблюдением всех норм. Вот. И после этого, скажем, партия зарегистрирована, но в течение года должны быть зарегистрированы еще и ее организации в большинстве субъектов Российской Федерации. А если это будет не в 51 субъекте, а в 49, то вся эта ваша работа и денежки, которые вы на это потратили, прошли впустую. Поэтому это вот очень сложная задача. И все эти задачи очень сложно, легко решаются. Одни люди и летают на самолетах, и организовывают на местах все эти, они же организовывают все эти собрания, а они оплачиваются, их финансируют. Кто финансирует? Вот, скажем, нужно было выдвинуть президентом Прохорова. Ну, как вы понимаете, Прохоров не бегал и вовсе не собирал подписи за то, чтобы ему иметь право выдвинуться в президенты. Стояли люди у всех станций метро, оплачиваемые. Никакого нарушения закона тут нет. А дальше, вот, если вы становитесь кандидатом, то в ваш избирательный фонд каждый человек может направить средства по закону. Допустим, вот мы с вами соревнуемся, у меня в избирательном фонде 600 миллионов, а у вас 600 рублей. Как вы думаете, кто выиграет? Я все стенки заклею и еще напишу всякие вот лозунги о том, что вот такой-сякой плохой человек. Вот он сидит. Нельзя же поливать грязью. А? Нельзя же грязью поливать, а понятно. Ну, нельзя, и что, а я не поливаю, это другие люди будут делать, я не совсем наоборот, я всегда очень вежливо везде выступаю. А это другие люди просто ходят и делают, а этим другим людям я денег не давал. Другие люди им дадут деньги, чего вы волнуетесь? Вы же представляете себе нынешнюю экономическую систему? А другим людям есть свобода, за или против кандидатов. Есть такая свобода у нас, нет? Выступать за или против кандидатов? Вот избиратели будут выступать, не я, я не, что вы. Я вас очень люблю и уважаю. Просто другие люди будут говорить, что он такой-сякой подлец. И найдется очень много таких людей. А как к ним деньги попадут? Ну, что я вам буду рассказывать? Вообще не буду никому ничего рассказывать. То есть, вот мы рассмотрели один вопрос о том, как провести выборы, и будет другое бюро и другой комитет, и по-другому пойдет работа. А какая работа? Мы этим будем в курсе заниматься. То есть в чем должны состоять? Вот даже сейчас вот на фоне всяких пенсионных или околопенсионных выступлений видно, что люди, которые организовывают там митинги и прочие мероприятия, они с этим вот делом не знакомы. Люди, которые хотят что-то выиграть или чего-то добиться, должны сформулировать, что вам надо. Ну, даже вот золотая рыбка и та спрашивает, ну, что нужно вам? Что вам нужно? Вот вы поймали золотую руку? Она спрашивает, что вам надо? Отпустите меня. Ну, какие у вас там три желания, давайте говорите, и я исполню. А если у вас нет никаких желаний, вы просто против? Вы против того, чтобы я вас удерживала? Ну, это чисто негативное такое требование. Я против. А за что вы? А сформулировать требования не так-то просто. Вот вам требование о том, что у вас стипендия в следующем месяце была. Хорошо, следующий месяц закончится, а уже через месяц ее не будет. Если вы такое требование выдвинули, потом вы скажете, а что вы раньше-то думали, чем процедуру пройдете, там людей сполошили и так далее. Или некоторые орлы есть, устраивают забастовку, говорят, будем проводить забастовку
17 числа. Им хорошо. Они 17-го начали забастовку, 18-го тоже продолжают бастовать. Их всех уволили за прогул. Почему? Потому что у них написано в требовании забастовка 17 числа, а значит 18 уже нет забастовки. Поэтому нужно писать не 17-го, а с 17-го и бессрочное. Совсем по-другому ставить вопрос. То есть вообще, надо сказать, если мы понимаем конфликт как обострившиеся противоречия, то стороны противоречия должны соображать, как разрешать это противоречие. И должны, соответственно, готовиться и все это обдумывать. И они должны победить, ну, так сказать, умом прежде всего, а уже потом действием. Потому что если действия безумные, то получится, как у нас говорят, русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Он беспощадный, но бессмысленный. Или бессмысленный, тогда беспощадный. И за счет этого беспощадного что означает-то в этом случае? Ничего. И вот задача профсоюзной организации, после того, как она сформирована и готова к решительным действиям защиты трудящихся, формулировать требования и проводить все необходимые действия для того, чтобы эти требования не только дошли до работодателя, а чтобы работодатель эти требования удовлетворил. И если эти требования действительно серьезные, и если они действительно затрагивают всерьез положение работников, то, как правило, без забастовки эти требования осуществить не удается. И если люди не умеют организовывать забастовку, они будут просто пустыми болтунами. То есть они требуют, но эти требования ни во что не воплощаются. При этом забастовки могут быть разные – формальные, неформальные. По правилам, не по правилам. Разные бывают организации, разные условия. Одни ищут, в какой форме им победить, а другие объясняют, почему у них это не получилось. Вот из первых выходят, так сказать, такие настоящие борцы за интересы работников, а вторые, они вот как бывает, в лучшем случае могут быть администраторами кинотеатров и все. Вторая задача, или по-другому поставлена задача, она состоит в том, что на вашем предприятии нет профсоюзных организаций никаких. Какие действия здесь? Самый такой легкий способ – это создать профсоюзную организацию к какому-нибудь имеющемуся уже профсоюзу. Имея в виду, что профсоюзы, если руководство будет капать какое-то количество взносов от этой новой организации, они не против того, чтобы создалась еще одна организация, пусть она борется за интересы своих работников. Но не забывайте перечислять, скажем, 10% руководству наверх, куда? Скажем, в городской профсоюз. Скажем, есть профсоюз работников агропромышленного комплекса, а вы возглавляете профсоюзную организацию какого-нибудь хлебозавода. Ну, не забывайте туда отправлять, и иногда они вам советами помогут. Иногда они, может быть, какое-то тоже участие примут. Но рассчитывать надо, конечно, не на то, что кто-то сверху вам решит эту проблему. Вопросы и проблемы надо решать внутри предприятия. Почему? В том числе потому, что все законы обращены как раз к этому предприятию. Вот на предприятии можно сделать забастовку, а уже на уровне города нельзя. Нету такого в законе, никакой городской не бывает. И всеобщей никакой нет в законе. Это не говорит о том, что не может быть, допустим, крупных забастовок, которые одновременно на многих предприятиях. Вот вы когда получите такую ситуацию, что много-много предприятий бастуют. Это называется всеобщий. А чтобы был единый стачечный комитет, и он бы призвал, такого никогда не бывает. Это рассказывают люди, которые никогда никакой забастовки не производили. Как революция не созревает одновременно во всех странах, как выяснилось, и это уже Ленин разъяснил, что это вот для прошлого капитализма еще это было, да, в какой-то мере верно. А уж для нынешнего капитализма, империализма, для монополистического капитализма никоим образом не верно, что тут революционная ситуация созревает в разное время в разных странах. Поэтому революция возможна только в одной отдельно взятой стране. То же самое можно сказать о забастовках. Ну вот на вашем предприятии вы же все созрели и готовы бастовать. Вы пропустите этот момент, они плюнут и разойдутся, и не будут бастовать. А тут мы вдруг
встрепенулись и говорят, давайте мы будем бастовать. Ну, бастуйте теперь вы одни, потом третьи одни и так далее. То есть бывали, если вы будете изучать историю забастовок, бывали пики забастовочного движения, когда, значит, можно сказать, большинство городских предприятий забастовало, как было в Иваново в 1905 году. И вот тогда уже речь идет не о профсоюзных отношениях, а тогда был создан орган для координации этой забастовочной борьбы в масштабах города. А для этой координации от каждого забастовочного комитета представители собрались и образовали единый орган. Этот единый орган называется Совет. Совет. Поэтому вот так образовались первые советы в Иваново в 1905 году. И в 1905 году не только в Иванове, во многих городах России образовались эти советы. И если вы пойдете, скажем, в технологический институт и на 4-ю Красноармейскую завернете, и там на первом же доме, как только вы вот справа посмотрите, написано, здесь вот проходило заседание Петербургского совета в 1905 году, на котором выступал Ленин. В 1905 году Петербургского совета, не Петроградского, уже мы знаем с вами про Петроградский совет, который был в 17-м, а Петербургский совет был в 1905. Соответственно, и в Москве был совет, и во многих городах, по крайней мере, в 17 городах России были такие советы. Но это уже как бы вторичная, так сказать, это надстройка над забастовочными комитетами. Или это, так сказать, единый орган, который координирует деятельность забастовочных комитетов. А забастовочные комитеты создаются по предприятиям. И поэтому все внимание должно быть у тех, кто думает, как разрешать конфликты или как осуществлять их разрешение, они должны быть привлечены именно непосредственно к трудовым коллективам, к предприятиям. Именно здесь разворачивается столкновение между и столкновение интересов, и столкновение двух противоположных сторон экономического отношения, одного, капиталистического. С одной стороны, собственник средств производства, который купил рабочую силу, а с другой стороны, работник, который что сделал? Продал свою рабочую силу. Вот я обращаю ваше внимание на правильное слово употребление. Работник, рабочий продает труд или рабочую силу? Рабочую силу. А если я скажу, что я продаю труд? Ну, если я продаю труд, то я один труд меняю на другой труд. И равный труд на равный. И тут никакой прибавочной стоимости не будет. Соответственно, никакой прибыли не будет, никакого капитализма не будет. Поэтому вот как раз весь фокус состоит в том, и в этом открытие Маркса и состоит, потому что еще Адам Смит до этого не дошел, что работник продает свою способность к труду. Вот вы можете трудиться, да? Продайте меня на 8 часов в день, а я вам скажу, что делать. А вы будете денежку. Вот вы сейчас улыбаетесь, а когда вам нечего будет кушать, вы придете ко мне и скажете, Михаил Васильевич, а нет ли у вас какой работы? Я говорю, ну вы знаете, у меня с деньгами-то плохо. Вы поищите, походите, вы походите. И опять и придете, потому что никто вас не возьмет. Скажет, ну ладно, я вас возьму, но я вас уже предупреждал, что у меня с деньгами-то плохо. И что? Вы будете, приступите к работе, обрадуетесь, что вы, и ваши друзья обрадуются, и родственники. Вот что значит приступите к работе? То есть вы за первый час сделаете столько товаров, которые эквивалентны вашей той зарплате, которую вы получите. То есть стоимости вашей рабочей силы. Но в чем состоит потребительная стоимость этого товара, рабочая сила? Потребительная стоимость, всем понятно, что такое это, в чем его полезность? А в том, что он создает стоимость. То есть вы будете создавать стоимость в течение 8 часов, а уже стоимость своей зарплаты вы создали за 1 час. И вот когда вы эти 7 часов мне принесете, я в соответствии с Трудовым кодексом скажу вам, ну что, я вас вознаграждаю. Чем я вас награждаю? Зарплатой, которая только за 1 час труда. В Трудовом кодексе написано, что зарплата – это вознаграждение за труд. А на самом деле зарплата – это просто цена рабочей силы, которая намного меньше, чем стоимость тех продуктов, которые создает работник. Ну, грубо говоря, но одни говорят, что час
труда современного рабочего требуется для того, чтобы его эквивалент, его заработной платы создать. Другие говорят 40 минут. Говорит Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук, у нас работал проректором, первым проректором нашего университета. А сейчас он работает директором по развитию очень крупной организации экономической. Разные есть оценки. Ну, так сказать, принципиально, или если в главном брать, то заработная плата намного меньше, чем объем товаров, выраженный в деньгах, которых создается за рабочее время. А если рабочее время удлинить до 48 часов, как вы думаете, сколько у нас в России рабочий день? Рабочая неделя? 40 часов. Чего вы взяли-то, что 40? Вы мерили? Вы, я чувствую, не читаете российскую газету. Я вот считаю обязательным для себя, как преподаватель в государственном университете, читать газету нашего правительства, российскую газету. Вот мне недавно дали оценки, провели исследования работники Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Высшей школы экономики. А Высшая школа экономики самая либеральная, можно сказать, так прозападная даже. И вот по этим оценкам рабочая неделя фактическая в России сейчас 48 часов. Я думаю, это заниженные оценки, потому что не все говорят, сколько они работают. Особенно ничего не говорят про тех, которые не оформлены. Вы, наверное, заметили, что в этом пенсионном обсуждении шла речь о том, что, так сказать, вы собираетесь забрать у пенсионеров, а вы у тех работодателей, которые не оформляют работников и поэтому не платят никакие пенсионные отчисления, направленные на то, чтобы накопить пенсионный фонд, треть работников находится у тех работодателей, которые не отправляют за них отчисления в пенсионный фонд. Поэтому, как говорится, надо сажать в тюрьму этих самых работодателей за то, что они нарушают законы. А вместо этого наказываются, в данной ситуации получается, наказываются работники тогда. Причем это могут делать какие люди? Слабые. Ну вот если я слабый человек, то с кем я буду бороться? Вот с ним я не буду бороться, с ним не буду, с ним не буду. Вот, давайте я вот с вами буду бороться, может быть, я смогу вас победить. А вот уже его не смогу. Зачем мне с ним бороться? Я хочу же выиграть, так я и пойду, найду себе кто-нибудь послабее и буду с ним сражаться. С чем сражается сейчас наше руководство? Сражается с самыми слабыми, с людьми, которые не смогут себя защитить. Отнять у будущих пенсионеров, именно тогда отнять, когда они уже боятся вообще за свое место. Все говорят в один голос, что как я это сейчас я могу устроиться, а если вам будет там 60, мужчине будет 60 лет, он сумеет легко устроиться на работу еще на 5 лет? На какую? Гардеробщиком? Куда он пойдет, кто его примет на работу 60 с лишним лет? Или женщина, которой, значит, 55 лет. Вы попробуйте после 40 устроиться женщинам, уже проблема. Итак, значит, мы берем теперь тот случай и с вами рассматриваем, когда нету никакой профсоюзной организации, как ее создать? Очень просто. Вообще надо знать, что кроме закона о профсоюзах есть и другие законы. Знать законы вообще полезно. Законы того общества, в котором мы живем. Если это буржуазное общество, надо знать законы буржуазного общества. Вот у нас есть замечательный закон об общественных объединениях. У него он был раньше 96-го года, а в 96-м году еще одна редакция этого закона появилась. Согласно этому закону, у нас трудящиеся вправе создавать общественные объединения. А как их создавать? Ну вот у нас тут присутствует, скажем, 10 человек. Вот 10 человек могут собраться в любом месте. Никто не предписывает вам обязательно в аудитории собираться или обязательно в каком-то, значит, учреждении, где хотите. Хотите, идите в кафе, хотите, идите на вокзал. На вокзале там много таких страждущих, займите сразу 10 мест в одном месте. Хотите, идите на стадион, купите билеты на галерку там,
И там все кричат. И вы будете кричать, только они будут одно кричать, вы другое. И что вы должны сделать? Вот эти 10 человек, вооружившись своими паспортами, и, так сказать, составляют список, что мы такие-то, раз, два, три. Что в таких случаях делается? Проводится собрание учредительное. Для учредительных собраний какие правила? Да, в общем-то, никаких. Что мы, имя рек такие-то, фамилия, имя, отчество, с такими-то паспортами, учредили что? Общественное объединение. Как вы хотите называть? А как хотите. Вам нравится «Зеленое солнце», допустим. Учредили организацию «Зеленое солнце». И эта организация имеет право действовать без регистрации. Что вы должны еще сделать? Обязательно избрать руководство. И обязательно установить какой-то устав. То есть, вот чем вы занимаетесь, задачи, формы работы. Будете ли вы взносы собирать? Не будете взносы собирать. Как у вас формируется членство? Оно фиксированное или не фиксированное? Вот я, скажем, представляю собой руководителя общественного объединения, Фонд рабочей академии, в нем нет фиксированного членства. Вы хотите вот заниматься этой работой, помогать рабочим обучаться, в том числе делами профсоюзными? Значит, вы считаетесь его членом. Не хотите больше, больше вы не считаете его членом. Не исключать никого не надо, не принимать никого не надо. Не хотите заниматься в рамках фонда, ну и не занимайтесь, другие придут. Потому что дело нужное, важное, интересное, и всегда люди найдутся. И заставлять никого не надо. Поэтому я говорю, не буду это делать. Ну, не делайте, другие делают. Если это нужное дело, то у нас в России всегда найдутся люди, которые его осуществят. Прекрасный закон. Ну, что надо сделать? Надо заместителя, конечно, председателя. Председателя избрать, заместителя председателя. Если вам захочется избрать двух сопредседателей на здоровье, трех, ну, пожалуйста. Нет никаких ограничений. Вот как вы хотите. Ну, запишите это в уставе. То есть нужно сделать устав. Вы избрали, значит, руководство, составили устав. Например, примерный устав профсоюза прописан в законе о профсоюзах и правах и гарантиях деятельности. Примерный устав. Примерно так же и устав другого объединения. Речь идет о форме создания объединения. Вот вы написали этот устав, ну, вот мы писали так, что, вот, скажем, Фонд рабочей академии при наличии средств может скупить землю всю в России, в том числе и под Кремлем. То есть и так обычно и пишут все вот уставы всяких ООО, ОАО, потому что, ну, если будут деньги, то они могут приобретать и то, и пятое, и заниматься всеми видами деятельности. А вы занимаетесь? Нет. Почему? Ну, пока не занимаемся. Нет никакой обязанности этим заниматься. Право есть. Права. Вот у вас есть право есть на золотом блюде? Право есть у вас? А вдруг вам подвернется блюдо золотое когда-нибудь, хотя бы в магазине, и можете туда положить пирожное и съесть. Так что мы не будем путать с вами право и реальные возможности. Что касается профсоюза, для того, чтобы создать профсоюз, не надо даже 10 человек. Достаточно иметь трех человек. Трех человек нашли, вот Иванов, Петров и Сидоров, решили сегодня собраться и создать профсоюз. Название какое? Значит, и подумать, тут есть варианты и развилка. Или вы хотите, будет, по крайней мере, долгое время вначале действовать в рамках какого-то профсоюза. Я бы это порекомендовал. Почему? Тогда вам не надо не ходить никуда, регистрироваться там и даже думать об этом. У вас, так сказать, есть некий большой брат, который считается, что он как бы вас защищает. Никто вас защищать не будет, это понятно, потому что работают первичные профсоюзные организации, а туда перечисляют деньги. Ну, иметь важного большого брата неплохо. Поэтому, значит, вы после того, как создали, идете. Значит, вы тогда устав не пишете вообще, освобождаете себя от написания устава. Вы тогда просто принимаете решение создать первичную организацию вот такого-то профсоюза, допустим, агропромышленного комплекса. Нравится нам те, кто хлеб печет. Все-таки ближе к еде. И идете туда, скажем, поедете в дворец труда, найдете руководство профсоюза агропромышленного комплекса и
говорите, вот мы создали профсоюзную организацию, приняли решение считать ее, одобрить устав вот вашего профсоюза, агропромышленного комплекса, и просим вас считать нашу свою организацию. А им разве плохо? Они ничего не делали, а вот еще появилась одна организация. Прямо записывая себе достижения. Красота. И никто вам тут в этом смысле препятствий или пал в колеса ставить. А как вы будете работать? Ну, это второй вопрос. Это потом вы будете делать, решать. Некоторые темы ограничиваются, создадут профсоюз, и дальше считают, что дальше все у нас пойдет как по маслу. А на самом деле это что? Это только форма организации, а еще не сама организация. Если у вас содержания не будет, то значит, это все останется пустой формальностью. Второй вариант может быть и таким, что вы создаете профсоюзную организацию такого профсоюза, которого нету, кроме вот вашей организации. Это ваше право. Закон об общественных объединениях и закон о профсоюзах позволяет вам создать профсоюз с каким угодно названием. Допустим, вы решили создать профсоюз «Труженик». Потому что если вы назовете профсоюз «Бездельник», это вызовет ненужные какие-то вопросы и конфликты. Назовите «Труженик». И, так сказать, вот, и всякое нападение на тружеников будет уже рассматриваться очень негативно. Правда? Что как надо уважать тружеников? Я вот такого не знаю, профсоюза до сих пор нет, никто не взял. Возьмите такое имя. Или трудящийся, тоже не видел. Так партия «Единая Россия» специально так всегда назвала, чтобы... А вы историю-то, наверное, ее знаете? Перед «Единой Россией» было «Отечество». И наш дом России, а это, так сказать, некоторое образование, в результате соединения получилось двух. То есть и там, на том краю, тоже вот эти все движения есть. А потом, наверное, вы знаете, что есть союз промышленников-предпринимателей. Его возглавляет Шохин. Лицо, которое, так сказать, очень часто приближено к президенту и с ним советуется, или президент к нему обращается. А потому что он представляет промышленников и предпринимателей. Вот если кто хочет посмотреть, где они сидят в Ленинграде, придите на площадь пролетарской диктатуры. Вот там, на площади пролетарской диктатуры, когда вы подойдете к Смольному собору и встанете, будете на него смотреть, вот на этой площади уже, так, то слева там будет вход факультет социологии нашего университета. Вот туда за собор там будет факультет политологии нашего университета. Слева, если вы пойдете около собора, там будет факультет международных экономических отношений. Справа, ближе к собору, будет еще один вход в Смольный, а еще ближе, будет вход Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Вот они садятся, я уж не знаю, садятся ли работники подумать и собираются ли они подумать, как они будут бороться за улучшение своих условий труда и заработной платы, а вот работодатели собираются и обдумывают, какую установить политику в отношении зарплаты, чтобы не получилось, что мы договорились вот зарплату не повышать, а вот он взял да и повысил. Так мы ему покажем, что вашего предприятия скоро не будет, потому что вы нарушили нашу общую солидарность промышленников-предпринимателей. Это все к вам будут перебегать, нам это не надо. Не надо повышать зарплату, вы вредите, так сказать, нашему общему делу промышленников-предпринимателей. Ну и некоторые представители этого союза, такие, можно сказать, честные и умные, говорят, ну вы же понимаете, ну как вот, как покупатель рабочей силы может повысить зарплату? Вот подумайте сами. Вот если я вашу рабочую силу покупаю, вот скажите, пожалуйста, ну я могу повышать цену на то, что покупаю? Ну подумайте. Ну встаньте на мое место. Вот вы пришли ко мне и говорите, Михаил Васильевич, у меня маленькая зарплата. Зарплата – это цена рабочей силы. Я не могу повысить цену на тот товар, который покупаю. Ну встаньте на мое место. Но вы тоже, если бы встали, так бы делали. Кто должен повышать зарплату? Ну вот вы боритесь, ну вы работодатель. Ну конечно, если вы одна тут будете, ну с вами-то я справлюсь. Ну если у вас вся рава тут соберется, я не знаю, что мне делать.
То есть можно ведь сколько угодно из законодательства изымать слово «коллектив», но он из жизни-то этим самым не изымается. Поэтому и остаются целые куски фраз в законодательстве, скажем, коллективные переговоры. Коллектива нет, а переговоры коллективные. Как такое может быть? Ну, вот бывает. Потому что законодательство – это плод борьбы тоже рабочих, с одной стороны, трудящихся и собственников средств производства, с другой. Или коллектива нет, а есть коллективные трудовые споры. Как могут споры коллективные, если нет коллектива? Ну, нету слова «коллектив», вы не найдете нигде в законодательстве, нигде, вытравлено полностью. Точно так же, как нет слов «цена рабочей силы», «зарплата». А это просто вознаграждение за труд, награда вам такая. Не то, что меня вы наградили, что вы 7 часов на меня работаете, а 1 час на себя. А я вас вознаградил, потому что мог бы вообще вам ничего не давать. А я вот награду вам дал за 1 час, то, что вы сделали, вам отдал. Ладно, идите, живите. Потому что все равно кто, ну не вы, так другой, но как-то надо их кормить. Я как бы вас кормлю. Не вы меня кормите, а как бы я вас кормлю, я вас. Вы же ко мне пришли. У меня же средства производства, а вы без средств производства ничего не можете сделать. А раз вы ничего не можете сделать, вот я и диктую. Поэтому собственники средств производства таким образом поступают. Но если работники объединились, тогда уже обратная картина. Если работники объединились, они могут уже продиктовать, потому что иначе на других условиях они не работают. Почему? А потому что у нас по Конституции и по Трудовому кодексу труд не носит принудительного характера. Раз он не носит принудительного характера, нельзя заставить рабочих, работников работать на любых условиях. Вот если вы не соглашаетесь, ну, значит, вы имеете право на забастовку. Что значит забастовка? На остановку работы с целью реализации заявленных требований. Так и написано и в законе о профсоюзах, и в Трудовом кодексе, что у вас это право. А то, что вы им не пользуетесь, ну, вам, значит, это не надо. Ну, вас это не надо, так а что тогда вы ноете, что у вас маленькая зарплата? Ну, это вы не хотите ее повышать? Вас уже приучают к себе, студенты не хотят, чтобы им стипендию повысили. Работники не хотят, чтобы им зарплату повысили. Пенсионеры, вот пенсионеры иногда еще помашут. Дело в том, что когда была монетизация льгот, у нас на не как вот сейчас хилые митинги по поводу пенсионной реформы, а тогда 10 тысяч человек, пенсионеров, вышло на перекресток Садовой и Невского и потребовали сохранить льготы. После этого перепуганное правительство быстренько приняло решение, что вот льготы, в том числе транспортные услуги, льготы сохранить. Но поскольку монетизацию они все-таки провели, просто каждому пенсионеру сейчас выплачиваются деньги на карточку, за стоимость карточки. Скажем, вот я, поскольку я тоже пенсионер, имею карточку. Эта карточка мне дается бесплатно. Не так бесплатно, что мне денег не дают. Мне дают деньги на эту карточку отдельно, чтобы я не тратил своих денег, потому что иначе опять эти соберутся, иначе что такое учинят. Вот это вам пример. Возьмите фотографии, это вот какое там мощное было зрелище, похлеще, чем в 17-м году, когда вышли там пенсионеры и все перегородили. И никто не спрашивал там, согласованные, не согласованные. Все это для того случая, когда это действие малых масс людей, когда большие массы людей, все совершенно по-другому уже решается. И совершенно по-другому рассматривается. Вот, значит, создали вы организацию профсоюзную, особого профсоюза. Если особого профсоюза, еще нет такого, ну, пишите сами устав. Как пишется устав, написано в законе о профсоюзах. Даже я, так сказать, особенно на этом не останавливаюсь, потому что вы должны сами законы эти знать, читать и другим разъяснять. Потому что такое закон? Закон объясняет, что нужно делать? Нет. Вот я объясняю, что нужно делать, а закон объясняет, чего делать нельзя. А вот пойдешь не туда, получи, сделаешь не то, получи. Вот, например, не запрещено выпрыгивать хоть с 15 этажа, хоть с 20-го, но я не советовал бы этого делать. Почему? Я знаю, что есть вот закон всемирного тяготения, и вы, возможно, знаете.
Поэтому я думаю, что вы прислушаетесь к моему совету. А закона такого, чтобы запретить прыгать, ну, нету его. Или, допустим, есть всякие красивые записи в Трудовом кодексе, будете его читать, так интересно все написано, так здорово все и полезно. А вы почитаете еще два кодекса, в которых есть ответственность записана за неисполнение этих норм законов. Эти кодексы называются так. Один называется Уголовный кодекс, то есть за что и кого привлекают к серьезной ответственности. Кого можно посадить и за что в тюрьму. Вот сейчас за то, что не выплату зарплаты, могут посадить в тюрьму. Например, товарищ Рогозин, вице-премьер правительства, когда он был вице-премьером, воспользовался этим законом для того, чтобы завести 21 уголовное дело по поводу того, что при строительстве космодрома «Восточный» много миллионов было не выплачено заработной платы. Миллионов! Ну, если для миллиардера несколько миллионов, там, ну, сотни миллионов, это ничто. Это десятая часть его миллиарда. У него миллиардов, он у Лисина 17 миллиардов. Ну, чего там эти сотни миллионов? О чем разговор? Что такой шум подняли? Ну, вот вам деньги заберите. То, ну, для работников они же нечего есть, нечем семьи кормить. Вот такие уголовные дела завели. Это есть. А вот если вы, скажем, откроете, а какая ответственность за невыполнение пункта о том, что реальное содержание зарплаты должно повышаться. А более точно, есть 130-я статья Трудового кодекса «Государственные гарантии повышения уровня реального обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы». Там черным по белому написано: «Государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты». Ну и как у нас с этим дело обстоит? А дело обстоит так, что у нас в 2013 году, в 2013, была зарплата значительно больше, чем сейчас. Реальное содержание. Не как не в бумажках, а в реальную корзину, если положить, то вот там уже меньше. 92,5% нынешняя зарплата составляет от уровня 2013 года. Реальное содержание. Смотрим, а какая ответственность предусмотрена? Уголовной нет. Административная какая? 5000 рублей. Это в лучшем случае. Ну, это так вот просто только улыбаться можно и смеяться. 5000 рублей. Вы будете судиться со мной за 5000 рублей. А я специально вам не буду отдавать, потому что пусть вы помучаетесь, походите по судам. Я сам-то не пойду, вот я пошлю юриста, он будет там. Я все равно ему плачу, пусть сидит там. А я пойду на Канары лучше уеду. А вы будете со мной судиться. А если выиграете, я вам все равно не отдам ведь 5000. Почему? Потому что я законы знаю. Кто должен? Сейчас от суда отделены судебные приставы и исполнители. Правильно? Вот вы знаете, как с меня получить 5000? Не пробовали? Вот вы у меня выиграли в суде. И вам выдано решение суда, вы получили, о том, что взыскать с меня 5000 рублей. Ваши действия. Вот мы с вами конфликтологи. Вот поконфликтуйте со мной, пожалуйста. Мы должны пойти к судебному приставу уже, да? Куда вы пойдете? С этим листком. Вы были когда-нибудь в службе судебных приставов? Никогда не видели. Вы знаете это где? Но придете вы туда. Кому вы пойдете там? Ну вот пришли в дом. Я могу вам сказать, в центральном районе, вот если вы отойдете от Московского зала, пройдете эту галерею, потом будет такое серое большое здание, там прокуратура центрального района. А вот дальше есть такое подворотня, и в эту подворотню там три двора. В третьем дворе, в самом конце, там есть здание, в котором сидят судебные приставы центрального района. И что? Кому вы пойдете там? За рукав будете дергать? Вы судебный пристав, там их много сидит, судебных приставов и исполнителей. Вы кого? Кому пойдете? Не знаете? Ну, постоите там, да пойдете домой. А кому надо идти? Вот вам расскажу, и вы пойдете на меня жаловаться. Идти надо к старшему судебному приставу. Придете вы к старшему судебному приставу. Вот я вам подсказал. И что вы скажете судебному приставу? Вот что вы скажете? Вы с чем придете? С пустыми руками или с чем? С исполнительным. А? С листком из суда, заключением.
Что это за заключение такое? Не знаю, это заключение. Как называется-то? Что, суд что делает? Как называется итоговый документ, который выдает суд? Вот если идет процесс, в ходе процесса суд определил. Вам больше слова не давать, а ей давать. Это определение суда. То есть частичные решения, а по итогу судебного заседания решение суда. Вот вы выражились решением, приходите к судебному, к старшему судебному приставу своего района. И говорите, вот, Михаил Васильевич, я вот принесла. Вы говорите, чего вы принесли? Мы судебные приставы исполнители. Мы не работаем с решениями судов. Мы работаем только с исполнительными листами. Вы исполнительный лист принесли? Нет, идите отсюда по добру, по здорову. И куда вы пойдете после этого? Ну, где вы добудете исполнительный лист? В Гугле будете искать. Пойдете вы обратно в суд. Но уже не надо к судье ходить. Идите к помощнику судьи, скажите, мне нужен исполнительный лист. А не потому, что вы выиграли, может, суд как бы так действует, что вот вы выиграли, и вам приятно повесить такую бумагу, решение суда, чтобы вы у меня выиграли. Вот я профессор, а вы студентка, и вы меня выиграли. Это же хорошо. Престижно, правда? Круто. Но не более того. А вы придете к помощнице судья и скажете, дайте нам, пожалуйста, исполнительный лист. Вам дадут исполнительный лист с номером. Исполнительный лист ничего не объясняет, чего там было, кто что доказывал, кто прав, кто виноват. Вот исполнительный лист, что вот Попов вам должен уплатить 5000 рублей. Все. И вы с этим должны прийти. Номер там есть. Исполнительный лист в одном экземпляре. Я бы вам сразу посоветовал зайти в ближайший хороший ксерокс цветной. И сделать там цветные ксерокопии, неотличимые от подлинника. Потому что мало ли вам придется давать, вы дадите, и все. И у вас уже не будет того документа, с помощью которого вы можете действовать. И дальше вы идете непосредственно к старшему судебному приставу. Он говорит, тогда мы возбуждаем исполнительное производство. Вот производство идет уже. Поэтому у нас производство не только идет материальных благ, у нас производство бумаг идет. Идет производство бумаг. Приходя через неделю, я скажу вам, кто из судебных приставов исполнителей будет заниматься вашим исполнительным производством. Понятно, и больше ко мне ходить не надо, к старшему. Нет, ну вы можете ко мне прийти, но вообще, вот у вас есть, вот она вот, я буду заниматься, вот к ней пойдете, придете и спросите ее, как дела. Она скажет, я направила Михаилу Васильевичу письмо. Какое письмо? Что вы, Михаил Васильевич, в соответствии с исполнительным листом должны... Вот. И отдать 5000 рублей. И так далее. И вот это будет тяжба. Думаете, я буду отдавать? Нет. А у меня будет она писать письма. Согласен ли я добровольно отдать? Я как, вы думаете, отвечу? Согласен. И снова ему дошлю. Отдавать не буду, а соглашен. И чем вы со мной делаете? А тогда она начнет, что меня, у нее там есть права штрафовать меня. 1000 рублей. Первый штраф. 1000 на меня наложен. Я 5 взял, но это мне жалко, из 5000 1000. Как только она на меня штраф наложит, я сразу на нее подам в суд. То, что она занимается администрированием. Она действует не как настоящий судебный пристав, а грубо администрирует, подрывает вообще экономическую заинтересованность и, так сказать, стимулирование в результатах труда. Как вы думаете, кто выиграет в суде? Она или я? Да я туда и не пойду. Вот, я пошлю, вот у меня тут сидят вот там сзади. Да они и выиграют у вас. Поэтому за эти 5000 рублей вы находитесь долго. Короче говоря, возвращаюсь к этому, что одно дело юридический вопрос, а другое дело, что нужно делать. Потому что не все решается юридически. Юридически всякие законы говорят о том, чего нельзя делать. Но как еще Горбачев рассказывал, что можно делать то, что разрешено, потом можно делать то, что запрещено, но нет никакой ответственности. А еще можно делать то, что запрещено, есть ответственность, то ответственность меньше, чем выгода, которую вы получите. То есть я выиграю 100 рублей, я потрачу 5 рублей. Ну и, конечно, это можно делать. Поэтому с законами вот так и обращаются в современном обществе.
Мало ли, что написано в Трудовом кодексе. Ну, кого это? Поэтому весь вопрос не в кодексе, не в хождении по судам. Профсоюзная организация создается не для того, чтобы болтаться по судам, а для того, чтобы решить вопрос на месте, опираясь на силу коллектива. А в чем сила коллектива? А в том, что он может остановить производство. Насколько? А насколько хочет. Вот в этом смысле сейчас вот все люди говорят, у нас плохой закон, не такой закон, у нас хороший закон. Очень демократический. Если вы трудящиеся, и вы сорганизовались, но если вы там лопухи, что вы не можете сорганизоваться, ну, значит, и по делам вам. Ну, не хотите, значит, и живите так, впроголодь. А если вы хотите, так сказать, хорошо зарабатывать, то я вам сообщаю, что известно, например, докерам, я диспетчерам, что вы, сколько вы не работаете, много не заработаете. Вот заработать, получить большую зарплату можно за счет того, что вы коллективно добьетесь более высокого уровня оплаты. И все. За те же самые, за ту же самую работу, за то же самое время. И вот вы составили свой устав, у вас свой профсоюз, это значит, а пока он ваш, весь ваш профсоюз из трех человек, но вы же имеете право теперь принимать профсоюз, я сразу заявление к вам напишу, можно к вам профсоюз? Вы рассмотрите, хорошо. И проголосовали трое, и у нас уже четверо. Вы пойдете в этот профсоюз, он обещает нам потом зарплату повысить. В условиях труда молоко будут давать за вредность, если мы на вредной работе. Это же хорошо, молоко. А сейчас не дают. Идите к нам в профсоюз, и вы идете к нам, и вы начинаете расширять. До каких пор надо расширять? Желательно расширять до более чем 50%. Тогда сразу закон, вот трудовой кодекс вам дает право выступать от имени коллектива. Ну, там не написано от имени коллектива, от имени работников. Всех. Не всем выступать, от имени всех. Вот такое право дано профсоюзной организации, если она включает в себя более половины работников. Но эти более половины работников вы не соберете, если вы ничего им, так сказать, не рассказываете. Ничего они получат от вхождения в этот самый профсоюз, кроме того, что они будут вам уплачивать кому-то членские взносы. Вот поэтому надо параллельно с тем, что вы организовываете вступление в свой профсоюз, вы параллельно с этим должны сформулировать, за что этот профсоюз будет выступать и чего он будет добиваться. Для этого, прежде всего, надо знать самые насущные проблемы своего предприятия. Вот самая насущная какая? Если проблема такая, что домой не доехать, что мы будем добиваться того, чтобы автобусами возили? Да? Или если утром рано не приехать, то же самое, что приезжала машина и забирала работников на работу, когда еще транспорт не ходит. Если проблема состоит в том, что невозможно пообедать, мы добьемся, чтобы был нормальный обеденный перерыв, не 5, не 20 минут, что не успеешь перекусить, у всех, так сказать, потом болят животы, а чтобы был нормальный часовой перерыв. И чтобы столовая работала, чтобы там меню было, и чтобы это меню было не заоблачное, не для миллионеров. И так далее. Зарплату собираетесь вы повышать своим профсоюзом? Номинальную или реальную? Вас номинальная волнует или волнует, сколько вы скушать сможете, что купить? Если вас волнует, что вы сможете купить, значит, надо поставить какие-то рубежи. Ну, вот что, какие рубежи надо поставить? Ну, поэтому надо опираться на имеющуюся практику. Вот, например, дальневосточные докеры себе в коллективный договор записали повышение реального содержания заработной платы на индекс инфляции плюс 5%. То есть, скажем, выросли цены на 4%. Нам сейчас что обещает Набиуллина, глава Центробанка? Что-то мы так держали 4, инфляцию 4. То есть мы держали что? Понижение вашего уровня 4%. А теперь, значит, вот, может, и 4,5 будет, и 5 в сложившихся условиях. А что, они сами складываются или они складываются нашим Центробанком? Короче говоря, вас волнует не то, насколько инфляция, а то, чтобы инфляция была покрыта. Но если она только покрыта, это называется индексация заработной платы, индексация пенсии. То есть, когда прошел год, за этот год вам все понижали, понижали, понижали. Если график рисовать, вот у вас вниз, вниз, вниз идет, потом раз, и в конце года провели индексацию и вывели вас на тот уровень, как был в прошлом году. Начался новый год, опять
вниз, 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 вниз. И такую вот пилу видели, да? Вот такая пила, это вот как меняется жизненный уровень благодаря индексации. Индексация означает, что никогда вы не выйдете из нищеты, никогда не будете лучше жить. Каждый раз вас будут повышать только до того уровня, который был год назад. Но уже некая мода новая пошла, ненаучная, потому что индексация строго называется повышение как раз заработной платы на индекс инфляции. Тогда это индексация. А если не на индекс инфляции, а меньше, то есть инфляция 4%, а вам на 3% повысили. Это хорошо, что повысили на 3%. Это лучше, чем ни на сколько. Но это значит, вам не дотянули до того, что было даже в прошлом году. Поэтому это не индексация, а это просто повышение номинальной зарплаты, которая не дотягивает до того уровня, который был у вас год назад. У нас целые партии есть, вон, Рутфронт и РКРП, которые выступают за индексацию заработной платы, и которые пишут президенту письма. Причем письма от имени того кандидата, который еще даже не утвержден, еще карточку не получил, что он кандидат в президенты, уже пишут письма, что давайте нам индексацию. Это вот такой жалкий лепет нищих, которые хотят быть все время нищими, и которые хотят получить крохи с барского стола. Как будто бы не трудящиеся создают все материальные блага, а они должны и выпрашивать это дело. Вот это называется индексацией. А повышение реального содержания означает, что сверх индексации вы получите вот повышение от настолько. Вот работники Ford Motors Company во Всеволожске, американской компании, создали вот этот профсоюз работников Ford Motors Company, он добился того, что у него был коллективный договор, правда, очень короткий, на один год, по которому 2,5% сверхинфляции у них было записано. А в общем это не распространено. Почему не распространено? Потому что люди, так сказать, вот идут на поводу такого рода советчиков, что, так сказать, давайте будем бороться за индексацию. Давайте будем уподобим себя Сизифу. Помните этот герой древнегреческого эпоса, который закатывал наверх? Это когда вам повысили зарплату. А потом целый год этот камень скатывается. И вот он, когда он скатится к подножию, на следующий год вы снова его закатываете наверх, то он скатывается. И так он всю жизнь. Вот у него нет. И так хотят. Некоторые политики или даже выразители, считающие себя выразителями интересов рабочего класса, так формулируют задачу рабочего класса, чтобы он занимался сизифовым трудом. Это очень удобно, он все время занят. Вот представьте себе метро, эскалатор. И вот вам предлагается бегать по эскалатору, идущему вниз, наверх. Не пробовали, нет? Некоторые смогут добраться до верха, но не все. Не все. Ну вот примерно в этом, то есть что такое эскалатор, который опускается вниз, это инфляция. Кто-нибудь может сказать, что такое инфляция? Ведь слово это слышали, что это такое? Да. Что это? Ну это повышение, нет, это обесценивание денег. Это повышение ценности товара, кроме этого рабочей силы. Вот. Не на все товары. Если на все товары, обесценивание денег никого не волнует. Это у вас товарный обмен – это пропорции, в которые обмениваются товары. Если все одинаково повысите в два раза, ну в два раза возьмите сейчас, вот вычеркните 0,1. У вас 1500, да, стипендий? Будет 150. Ну и все цены будут тоже 0 вычеркнуты. Выкинут эти вот 10-рублевки, которые у нас еще есть. Соответственно, и копейки все отлетят. И будете вы получать 150. Я получаю почти 53 тысячи. Оклад у меня 28, а дальше у нас написано ОЦО. Особо ценный объект. За степень, за звание, за должность. И так вот набирается. Ну, будет не 53 тысячи, а 5300. Ну, если все будет в 10 раз дешевле, нет какой разницы. Давайте еще выкинем 1,0. Вы будете получать уже не 150, а 15 рублей. Ну, ближе к царскому времени. Там, помните, Целковый получили, вот. Я еще помню, я с сестрой, будущей мальчишкой, школьником, жили мы в доме 190 на Московском проспекте, на углу с бассейной. И вот родители нам дали 3 рубля, и мы обедали на эти 3 рубля вдвоем. Младший с младшей сестрой.
гуляли на 3 рубля. Сейчас вы что на 3 рубля наобедаете? Но это дело-то ведь не в масштабе. Масштаб-то можно еще, давайте еще убавим. Но не будет у вас, будет не 15 рублей, а стипендия, а рубль 50. Но также будет все цены уменьшены в такое же количество. Ничего это не изменит. А вот инфляция, это, как совершенно правильно заметил присутствующий здесь специально товарищ, он заготовленный такой, чтобы кто-то отвечал, как бы, тут вот все записывается, дескать, одни не знают, другие знают, все красиво. Вот он говорит, что инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. То есть все повышается, а вы стоите. Я в свое время, так сказать, вот проехал для того, чтобы заключать договора на распространение народной правды по Волге. Много-много городов на кораблях, этих метеорах. И доехал до Волгограда. И вот я, когда мы переезжали, в шлюзах находились, перед каким-нибудь водохранилищем, вот начинает заполнять этот шлюз. И корабль наш повышается, повышается. А вот если с цепью какой-нибудь там шар полый, который поплавок привязан к дну цепью, он так и остается. Вот он, значит, он в боку лежит, потом он такой тоже хорошо на поверхности лежит, потом он начинает скрываться, и он совсем скрывается, а мы все выше, выше, выше. Поднялись, уравняли уровень с уровнем хранилища, открывается ворота, и мы поплыли. Никаких проблем. И наоборот, если надо там потом спускаться на более низкий уровень, то, соответственно, начинает уровень опускаться. Но вот когда поднимается этот уровень, а все то, что привязано, остается на таком же расстоянии, на котором оно было. Так и с зарплатой. Зарплата та же самая, цена рабочей силы. А уровень цен все выше и выше, происходит обесценение не рубля. Это не обесценение денежной единицы. Денежная единица, ну, какая разница, она в тех же пропорциях все покупает. Какая разница, все стало в два раза больше или в два раза меньше, это не имеет значения. А вот на зарплату вы купите теперь на 10% меньше, если инфляция 10%. Вот и все. Что тут непонятно? Очень понятно. Поэтому, если у вас толковый профсоюз, если вы создали не для того, чтобы шум тут производить и бегать людей отрывать от чтения книг и просмотра телевизора, то надо поставить вопрос не просто, а давайте, дескать, пусть зарплата повысится. Пусть она повысится на индекс инфляции плюс сколько? Ну, вы их ведь требовать будете. Вы, наверное, понимаете, что если вы выйдете, вот даже президент понимает, и трудящийся понимает, если сначала правительство запросило женщинам сразу на 8 лет, а потом, значит, вроде как оттянулись назад. Какой компромисс якобы. Я скажу, мы вам улучшим ухудшенное, чтобы ухудшение было, но не такое большое, как изначально. И как бы вроде вам пошли навстречу. А как, в чем состоит то, что пошли навстречу? А то, что разыграли мячик, и получилось, что вот после того, как мячик туда-сюда покатали, он закатился к вам в ворота, и у вас и гол кому оказался? Трудящимся. Потому что сухой остаток какой? И вам 5 лет, и вам 5 лет. Вам дали 5 лет принудительного труда, дополнительного. Причем при том, что вы знаете, что у нас есть безработица, что у нас никак не трудоустроить очень многих. Нет, давайте еще. А если брать с нашего брата, вот вузовских преподавателей и вузовских работников, то я, наверное, вам уже говорил, информировал, что наше доблестное министерство за 3 года сократило количество вузов вдвое. Я думаю, это мировой рекорд. И не только мировой, исторический рекорд. Нигде и никогда. А что эти здания эксплуатируются, которые зависят вузов? Здания эти. Я не могу две мысли в одной голове удержать сразу. Это вы такой способный, я так не могу. Я говорю о том, что, так сказать, какие тенденции тут есть. А это уже дальнейшая раскраска этих тенденций. Вы хотите рассмотреть, что из этого получается. Здание сооружения. Вы пройдите по этому зданию сооружения, вы увидите, двери закрываются, это хорошо. Заодно не видно, какие в аудитории пустуют. Численность студентов растет или падает?
Ну что, думаете, такие группы были, когда мы учились? Да ладно. 30 человек. Не столько же. Сейчас будет у меня магистр. Там будет... Там 6 человек. 6. Это много. Половина будет присутствовать. Это будет 3 человека. То есть у нас уровень поднялся. Мы работаем все с меньшим количеством студентов. То есть студенты, так сказать, количество профессоров на одного студента в долях все время увеличивается. Это же хорошо. А идеальный случай, когда будет одна, вот вы будете, вот как в аспирантуре вы были моя аспирантка, я бы с вами одно и дело, а вы отойдите, не мешайте, мы с ней вот обсуждаем тему ее работы, правильно? И как ее написать лучше. С вами будем заниматься, если вы тоже моя аспирантка. Но по отдельности, а не так вот кучей. То есть это мы идем к высшему уровню. А в докторантуре даже и не так, то есть вы как бы и самостоятельно все делаете, но можете со мной посоветоваться, тогда я консультант ваш. Можете не советоваться, тогда у вас нет консультантов. Вот у меня консультантов не было, сейчас уже принято иметь консультантов. Так, вот задача, которая стоит. То есть я ничего не сказал, ни о какой регистрации. Это все не самое важное, не самое нужное. Самое важное, чтобы были выработаны требования, и чтобы эти требования выражали интересы трудящихся, и тогда трудящиеся могли за них бороться. А как бороться, это нам еще предстоит рассмотреть, правильно? Сейчас, сегодня мы разбирали только вопрос о создании самой организации. А без организации бороться невозможно. Потому что если не будет армии, то вы никогда не победите. Будет толпа, даже если она вооруженная, толпа вооруженных людей. Ну и будет толпа, все равно эту толпу разобьют. И наоборот, дисциплинированные какие-то воинские соединения выигрывают у больших-больших частей. И это всем известно. Спасибо за внимание.